Для приготовления блинчиков нам понадобятся следующие ингредиенты: молоко, мука, яйца, растительное масло и сахар. Ставим молоко разогреваться на плиту до теплого состояния. В теплое молоко вбиваем 2 куриных яйца. К молочно-яичной смеси добавляем 1 столовую ложку сахара и тщательно все перемешиваем. Далее добавляем муку и тщательно перемешиваем смесь, чтобы не было комочков. Я к тесту добавила 1 столовую ложку растительного масла и все тщательно перемешиваю. Вот наше тесто и готово к выпеканию блинчиков. Наливаем тесто на сковороду. Как понять, что блин пора уже переворачивать? Как только появилась золотистая корочка по краям, мы поддеваем его ножом, чтобы было легко перевернуть блинчик. Далее поддеваем его немножко ножом. Переворачиваем блинчик. И жарим его с другой стороны. Готовый блинчик я смазываю домашней сметаной, но вы можете смазать его сливочным маслом и посыпать немножко сахарком. Но также вы можете кушать и с солеными начинками. Посмотрите, какие тоненькие блинчики получились. Очень красивые, румяные и вкусные. Пробуйте готовить, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!